You say you've got them guns, but I've never seen you bang. You say you've got them drugs, but I've never seen you slang. You say you in a game, but I've yet to see you play. You say you going up, but nobody feels the same. You say you... Вот мы уже в кафе заказали шаурму. Вот нам уже принесли шаурму. Ребят, давайте есть. Давайте. Базаришь. И что, пацаны, скажите свое первое мнение? Нормально, остренько. Остренько. По граву, хорошо. Да. Никита. Что скажешь? Я могу сказать еще одно. Это лучше, чем в азбуке еды. Чем прошлая шаурма? Да? Да. Прошлая шаурма не зашла. Так, Артем, что вы скажете по данной шаурме? Не зашло. Нет, это этой шаурме. Вот сейчас. Категорически не зашло. Ясно, вы. Вы не правы, всего доброго. Так, ребят, что скажете по поводу упаковки? Упаковка солидная. Бумага А4. Да, листы А4. Ну, не очень. Аккуратно уложены. Но не очень удобно доставать первую шаурму. Согласны со мной, наверное. Приходится ее... соус тоже протекает. Может, ее пальцы протекают? Да? Так, что скажете по поводу лаваша, ребят? Да, лаваш, лаваш. Лаваш как лаваш, ничего сверхъестественного, но и не плотно. Чё, пацаны, как вам курица? Ну, ничего необычного, в принципе. Ну такая островатика. Курица как курица. Мягкая, лучше, чем, конечно. Я курица после того, как месяц у 9 не кавычу, зазумишь прям суперская заходит. Ну да, курица действительно неплохая. О, в шкаф он. А? Какой? Я не особо сторонник овощей, но кроме себя любимого. Я-то нормальные овощи, но другие это, ну, пусть лежат, в принципе. Но не очень любят. Лично мое мнение, слишком много соуса. Соус вытекает из шаурмы. Что скажете? Ну, ничего подобного. У меня его не соглашаюсь налить много. Лично у меня вытекает. У меня лично вытекает. У меня ничего не вытекает, все прекрасно сохраняется внутри. Ну, течет жесть. Никуда соки не деваются, вот, то есть ни дна, ни дырок, ничего не течет. Ну да, дно хорошее, не течет. Ну что, пацаны, что скажете еще вообще? Ну, я почти доел. Как обстановка в данном кафе? Замечательно, душевно. Хочется есть быстрее и пойти зажигать на танцпол. Ну, очень хорошо то, что есть кетчуп, майонез, всегда можно добавить, если, конечно, не хватает. На разлив, да. Зубочистки есть, очень, кстати, хорошо. Салфетки. Главное, салфетки, да. Салфетки, да. Это главное. Да. Большая редкость. Да, обычно салфетки так с собой не дадут, можно сесть. Давайте теперь каждый скажет пару слов о данной шаурме. Шаурма зашла, я и только это могу сказать. Миша. Хорошая шаурма, давно ее не кушал. Мне зашло. Все. Артем. Не зашло, не заехал, ворота не открыли. Сейчас мероприятие. Но мне шаурма очень понравилась. Я всем советую, достаточно вкусно. Остренькая, лаваш качественный. Всем спасибо за просмотр. До свидания.